два человека погибли и один пострадал в результате пожара в Череповце. Происшествие произошло накануне в начале 6 часа вечера на Ленина 149. Загорелась комната на третьем этаже пятиэтажного здания. Из бывшего общежития спасли более 20 человек. Некоторые жильцы самостоятельно покинули квартиры. Погибли два человека, мужчина и женщина. Пострадал 4-летний сын погибшего. Сильными ожогами мальчика доставили в больницу. Причины пожара устанавливаются. Подросток пострадал в аварии в Череповце. ДТП произошло накануне в 19:10 напротив дома номер 41 по улице Рыбинской. По информации ГИБДД Череповца, водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Подростка доставили в больницу. Все обстоятельства этого происшествия устанавливаются. Мужчина попал под колеса автомобиля в Череповце. ДТП произошло накануне в 20:30 напротив дома номер 47Б по Северному шоссе. В ГИБДД рассказали, водитель на автомобиле «Рено Логан» сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу, а там направили на амбулаторное лечение. Причины происшествия выясняются.